Саламатсызбы, қазақ елім. Я хочу продолжить челлендж активиста Куаныша Молдабалиева и объявляю протест всем руководящим вышестоящим органам, нашему парламенту, Мажилису, Назарбаеву Нурсултану, Тариги Назарбаевой, Токаеву, Кулебаеву и Масимову. Такие люди не должны править страной. Я объявляю им бойкот, потому что за 30 лет они для народа ничего не сделали. Одна разруха и нищета. Везде коррупция и страдает народ. Алга ТВК, алга Кушепартия.